Подумай только. Сегодня исполняется 35 лет нашей совместной жизни. Да. Коралловая свадьба. Ровно 35 лет назад не сделала предложение, я просто была на 7-м небе от счастья. И на 6-м месяце от неосторожности. Ну, не было бы горя, да беременность помогла. Слушай, ты помнишь тогдашнюю нашу квартирку? Снимали убогенькую однушку, спали на продавленном диване, смотрели черно-белый телевизор. Зато теперь у нас есть все. Пентхаус есть, загородный дом с бассейном есть. Три машины, плазменный телевизор в каждой комнате, даже в туалетах. Да уж, только вот 35 лет назад я спал с озорной 20-летней девчонкой, а теперь, извини меня, с 55-летней женщиной. Дорогой, ну это же не проблема. Это не проблема. Найди себе какую-нибудь 20-летнюю озорницу для сна. А я уже позабочусь, чтобы ты лежала на продавленном диване в убогой однушке и смотрела черно-белый телевизор.